Более 30 лет ансамбль песни и танца «Медуница» радует зрителей своим творчеством. «Медуница» — это не просто музыкальный коллектив. Это вокал, это оркестр и это хореография. Основатель и бессменный руководитель ансамбля Валентина Кондратьева. Именно под ее чутким руководством «Медуница» стал одним из лучших коллективов не только в Могилеве, но и далеко за его пределами. Вначале это был любительский коллектив, который носил звание «Народный». Потом любительский заслуженный коллектив Республики Беларусь. А сейчас мы работаем в Могилевской областной филармонии как профессиональный коллектив. Ансамбль песни и танца «Медуница». В репертуар коллектива входят песни, которые являются неотъемлемой частью истории нашего народа. Участники ансамбля стараются как можно чаще давать концерты в глубинках Могилевской области, чтобы не дать уйти в небытие фольклору Приднепровского края. После концерта к нам всегда собираются, мы встречаемся со зрителями, которые находятся в зале. Они с удовольствием поют песни, их песни, которые они поют. Мы записываем эти на магнитофон, можем записать на телефон, можем записать, потом приехать сюда, в Могилев, расшифровать это все, положить на ноточки. Одними из последних работ коллектива стали песни, привезенные из Хотинского и Бобруйского районов. За 30 лет творческой деятельности ансамбль приобрел широкую известность. Мастерство артистов «Медуницы» получило заслуженное признание во многих странах мира. Ведь они одни из самых ярких представителей белорусской культуры. Белорусская культура, она особенная, она отличается от многих культур разных стран. В каждой культуре есть свои особенности, особенно белорусская – это и мелодика, это и тексты, это и танцы, это костюмы самобытные, которых нет нигде во всей Европе, вот, допустим. Всегда придут и пощупают костюмы, с чего они сделаны, а какая вышивка, какая там орнаментика. Все доставляет очень большой интерес для слушателей, для зрителей. В ближайшее время коллектив отправляется представлять нашу страну на специализированной международной выставке «Экспо-2017», которая пройдет в Астане. Сейчас ансамбль готовится к созданию концертной программы «Беларусь, ты богатце мое и любу» с использованием белорусских народных песен, произведений белорусских поэтов и композиторов. Девочки, девочки, не торговые, любите, полюбите концерт.